В эфире новости классной школы, у микрофона Анна Пузынина. Центральным событием уходящей недели стал День учителя. 5 октября ученики Бердюжской школы чествовали тех, чей труд и забота помогает каждому из нас стать человеком с большой буквы. В этот день школьный актив РДШ встречал педагогов под звуки пионерского горна и трогательные слова пожеланий дальнейших профессиональных успехов. Позже ученики со сцены поздравили своих наставников, представив несколько номеров художественной самодеятельности. Продолжилась череда праздничных мероприятий концертом в районном доме культуры. Кино в образовании. 2 октября в Тюмени состоялось открытие 9-го международного фестиваля «0+». Центральным событием вечера стал предпремьерный показ фильма «Иван Семенов. Школьный переполох» российского режиссера Антона Богданова, который со сцены обратился к зрителям со словами благодарности и надежды на то, что детское и молодежное кино получит необходимую поддержку. В рамках фестиваля 3 октября стартовал 5-й форум «Кинопедагогика». Одним из участников площадки стал муниципальный куратор проекта «Навигатор детства» в Бердюжском районе Сергей Валерьевич Алексеев. Соблюдаем ПДД. 6 октября для первоклассников прошел праздник посвящения в пешехода. Участники школьного отряда ЮИТ проверили, как ученики первых классов знают дорожные знаки и сигналы светофора. Особыми гостями праздника стали герои мультсериала «Фиксики», которые рассказали о важности соблюдения основных правил поведения на дороге, а также взяли обещание самых юных учеников никогда их не нарушать. По окончании мероприятия инспектор ГИБДД Анастасия Лосева вручила каждому первокласснику удостоверение юного пешехода и памятку по правилам дорожного движения. Премьеру встретили овацией. Школьная театральная студия представила на суд широкого зрителя первую постановку в этом учебном году. Замахнулись юные служители мельпомены на нестареющую классику от Александра Сергеевича Пушкина. «Береги честь молоду» – так называется спектакль, поставленный ребятами по мотивам повести «Капитанская дочка». Те, мимо кого премьера прошла стороной, могут посмотреть видеоверсию в сообществе нашей школы. Новостям спорта. В четверг на базе районного дома культуры прошел турнир среди школьных шахматных клубов. В состав каждой команды вошли 3 юноши и 3 девушки. Ребята играли в быстрые шахматы. На одну партию отводилось всего 10 минут. По итогам соревнований третьими стали спортсмены из Окунева. Серебро уехало в Пеганово. Чемпионами стали бердюжские гроссмейстеры. Поздравляем наших школьников и желаем им удачно выступить на региональных соревнованиях, которые пройдут в ноябре в Тюмени. У меня на этом все. Подробнее обо всех событиях, происходящих в стенах нашей школы и за ее пределами, вы можете узнать в сообществе РДШ Бердюжья в социальной сети ВКонтакте. Классная школа! Мы словом открываем мир!